Друзі, перед початком перегляду цього відео нагадую, що реєстрація на Ophthalmic Hub 2023 триває. Всі подробиці на сайті. Скануйте QR-код або переходьте за посиланням, яке є внизу в описі під цим відео. Рад привітати на сьогоднішній сесії і представити вам наш необычный случай, который был выявлен случайно, без каких-либо, можно так сказать, особенных подходов к диагностике. Пациент, 58 лет, обратился на окотодиагностику, был направлен из поликлиники с жалобами на снижение зрения и появление таких вот непонятных серых пятен перед глазами, которые не двигались, но и при этом возникло это состояние достаточно резко. Зрение представлено на слайде, зрение правого глаза 50%, левого 60%. При ОКТ-диагностике было заметно гиперрефлективные изменения внутренней сетчатки. В частности, можете обратить на изменения слоя нервных волокон и нарушение ретинального профиля. Увидев эти изменения, затем перипапиллярно мы просканировали эту зону и увидели более выраженные ватообразные эксудаты, которые имели полиморфные такие вот характеристики, гиперрефлективную собственно, структуру и эффект обратного затенения. Ввиду того, что ОКТ – это диагноз клинико-визуализационный, то мне очень захотелось посмотреть глазное дно пациента, но ввиду цайтнота пришлось это делать через линзу асферическую с широким полем обзора. И я увидел перипапиллярно вот такие изменения, достаточно разлитые ватообразные очаги и специфические так называемые пурчер-флекен. Это специфические зоны побеления сетчатки, которые располагаются между сосудами и характеризуют такую редкую патологию. Вот так выглядят они на ОКТ-диагностике. Разлитые очаги, гиперрефлективные, плоскостные, такие вот достаточно продолговатые. Был поставлен диагноз пурчер-ретинопатия, но при собирании анамнеза пациент практически полностью исключал какие-либо травматические повреждения, какие-то инфекционные заболевания. Только сказал, что 3-4 дня назад он перенес инфаркт миокарда. Вообще, пурчер-ретинопатия – достаточно редкое казуистическое заболевание, которое описал в 1910 году немецкий офтальмолог Отмар Пурчер у пациента с кататравмой, когда пациент упал и повредил грудную клетку и череп. В результате того, что сильнейший выброс вот этих всех провоспалительных цитокинов, фибрина, тромботических факторов, плюс еще, если бывают еще переломы длинных трубчатых костей, когда жировые эмболы закупоривают микрососудистое русло, развиваются специфические такие сливные изменения, ватообразные очаги и пурчер-флекен. Но ввиду того, что также похожие изменения выявлялись и у пациентов без травматического генеза, без травматического анамнеза, заметили, что при таких патологиях, как острый панкреатит, как системные коллагенозы, например, вот даже сегодняшний случай инфаркт миокарда, у женщин это HELLP-синдром, преэклампсии, приводит к похожим изменениям. И вот в руководстве от Массачусетса Кайзер и Фридман характеризуют данное заболевание как вазооклюзивную васкулопатию, которая характеризуется появлением специфических подагномоничных пурчер-флекен, плюс сопровождаются иногда появлением пламенеобразных геморрагий и или с сопровождением с макулярным отеком, либо с отеком дискозрительного нерва. Я поднял зарубежную литературу, статьи и нашел интересную статью сингапурских коллег о похожем случае, когда пациент после перенесенного острого коронарного синдрома в виде инфаркта миокарда проявлял жалобы, похожие, как у нашего пациента. И, как видите, здесь более, так можно сказать, менее выражены ватообразные очаги. Пурчер-флекен также не сильно выражены. Но в целом, как бы, авторы в патогенетическом аспекте выявляют так называемую лимфоэкстравазацию во внутреннюю сетчатку с дальнейшими специфическими изменениями, когда страдают прикапиллярные артериолы. Касательно менеджмента. Каких-либо доказательных фактов по поводу лечения данного состояния нет. Ввиду того, что большинство авторов считают, что компенсация либо коррекция основного заболевания приведет к улучшению зрительных функций, если пациент достаточно рано обращается, так как со временем ишемия прогрессирует. Были также статьи о позитивном влиянии глюкокортикостероидов на данную патологию и о спазмолитиках миотропного действия, такие как папаверина-гидрохлорид, например.
Пациент пришел через 3 недели, можете посмотреть динамика. Мы в основном порекомендовали ему наблюдаться у кардиолога, компенсировать гемореологию. Ввиду того, что у него был перенесенный инфаркт миокарда, то экспериментальное флейбл назначение глюкокортикостероидов могло бы повлечь ятрогению ввиду повышения постнагрузки на сердце и повышения системного артериального давления как побочный эффект от стероидной терапии. И вы можете увидеть, как реструктуризировался профиль, как нормализовались слой нервных волокон и зрительные функции стабилизировались и улучшились до 100%. По поводу take-home message, что могу порекомендовать? Ну, во-первых, Purcher-like ретинопатия – достаточно редкое заболевание. Обязательно нужно обращать внимание на специфические побеления сетчатки плоскостной локализации, так называемый Purcher-Flecken. Обязателен такой тщательный сбор анамнеза, так как травматический генез, либо системные заболевания, такие как острый панкреатит, инфаркт миокарда, либо системные коллагенозы, могут приводить к подобным изменениям. И по поводу диф-диагностики обязательно дифференцировать это все с всевозможными заболеваниями, которые сопровождаются ватообразными эксудатами, инфекционный генез, то есть весь инфекционный профиль должен быть мониторирован. И, конечно же, междисциплинарная коллаборация, которой, к сожалению, нам не хватает в нашей стране, ввиду того, что нет нормальных взаимоотношений между узкими специалистами, в том числе и кардиологами, которые не всегда понимают, что мы от них хотим. И поэтому именно интердисциплинарная коллаборация, я считаю, это ключевой фактор к выявлению данной патологии. Благодарю за внимание.